заключаются в том, что они поддерживают курдов, вот, соответственно, они поддерживают террористов. Вот. Самое главное, вы почему против Эрдогана? Мы против его авторитарной консервативной политики. То есть он, ну, такой бархатный диктатор, на наш взгляд. Вот человек, который разогнал вот мирный протест, такой же, как был здесь, вот в Киеве в прошлом году, вот, который тоже пытался наш президент разогнать. Вот поэтому... В частности, мы против лицемерия нашего президента, который как бы выступает против религиозного фундаментализма, а сам сейчас, ну то есть приезжает во Францию господин Порошенко и говорит о том, что я Шарли, я солидарен с убитыми исламистами и с ихними семьями, а сейчас он сам приглашает человека, который поддерживает бойцов Исламского государства. Ну вы же наверняка знаете, что в Турции, Турция оказывает оружейную поддержку, а также занимается, оказывала, да, лечит этих бойцов ИГИЛа.